Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Мистер Гейм. Сегодня мы с вами поиграем в Among Us. Так, не обращайте внимания, там не было нормального имени, чтобы его выбрать. В общем, закрыли тему. Давайте выберем Airship на двух. На три я один раз сыграл. Там не интересно, там только текила сделай, и все. Ярик, давайте вот сюда зайдем. В принципе, мне вот это нравится. Рекокс, в общем, не важно. Давайте. Не, ну мне кажется, вот сейчас уже можно начинать. В принципе, они достали. Да вы достали уже. Запускай. Бесишь. Да ты достал. Как же это бесит меня. Давай начинай уже. В принципе, человек нормальный. Вот, видишь, они ливают. Они просто берут и ливают. Ливают эти крысы. Давай начинаем. Пофиг на этого одного человека. Го-го-го-го. В общем, давай начинаем. А то тебе ГГ-ша. То есть тебе еще ГГ-ша будет. Ну давай уже, достал меня. Я сейчас ливну, отвечаю, я ливну. Я реально сейчас ливну. Это меня очень бесит. О, зачем? Зачем? Короче, я ливаю. Это стало. Это мне очень бесит. Так, Зари, заходим в Зари тогда. Так, о, ничего себе тут, конечно. Так, тут у нас есть вот такой вот цвет. Тут, кстати, раньше был, по-моему. Такс. Что у меня тут за шляпочка? Шляпа Оксберти. А, у меня очень горло болит, немного. Это, блин, Airship меня очень бесит. Ладно, давай в принципе сейчас возьмем какой-то нормальный скинчик. Да. Короче, я вернусь, когда мы запустим. В общем, мы должны сейчас начать, по сути. Но это вот зачем ты это делаешь? Вот, плюсую. Ты не репортил труп. Мне пофигу, что я не... он мой скин отжал. Не, я хочу им побыть синеньким. Короче, они меня достали. Если еще раз они не запустят, им пофигу было. Короче. Да, друзья, как говорится, только вырубил и сразу... Ну, вы поняли. Они сразу врубили. Вот эти шрабы меня ждут. Опа! Вот это мне уже очень нравится, потому что я сегодня, надеюсь, не буду опять вот этих читаков, которые фиг знает откуда, знают где я. Так, тут у нас есть архив, сейчас мы посмотрим. Опа, охрана. Вот сек. И вот эта штука. Давайте, в принципе, сейчас валючок. Тут вообще люки-то есть. Мне очень интересно. Потому что на этой карте... Да-да-да-да-да. Так. И... А бомбус убиваем. И в люк. Давайте-ка. По-любому он видит, как я прыгнул в люк, отвечаю. Тем временем двух человек убили. Мне буду в чат писать, чтобы... Это самое. Вообще впервые. Это
Тамур у нас написал. Ну, будь писать. Почему? Так, и за белого голосуем. Пожалуйста, проголосуйте все за белого. Я отвечаю. Это белый, по-любому. Кстати, а, розовый вместе со мной, как бы, предатель. Вот эти крысы розовые и всякие свиные копыты, они мне играть не дают. То есть, они мне не дают никак играть. Это меня бесит. Это меня очень бесит. И, короче, свободашь-связить и вам всем ггэша. Текс. Саботаж связи. Абобус. Абобус меня очень немного напрягает. Напрягает шляпок смерти. Начни связь. Кстати, кто не знал, моя связь не дает только по камерам следить, так что она вообще бесполезная. А, и задание не отображается. Икс, сейчас мы над ним поприкалываемся. Позакрываем дверки. Икс. У меня, в принципе, такой вопрос образуется, что этот дурак делает. В общем, давайте-ка найдем сейчас нашего предателя. И саботаж редактора. Все, вам ггэша. Все, отлетаешь. Мне бы еще дверки позакрывать. А, попус. Давайте, чините. Я хочу еще саботажики поделать. Закрываем, закрываем его и где тут Абобус? Абобус. Нет, нам надо свечи затрубить. Нет. И поприкалываться над кем-то. Еще раз саботаж этого. Я буду саботаж за бесконечности делать. Потому что это мне. Вот они меня выкинули в самом начале игры. Я только один килл успел сделать и все. И только Абобуса убил и все. Это в принципе все, что я сделал за эту игру. Кстати, еще какой-нибудь саботаж сделаем. Только что планшет маленько уронил. Сейчас закроем все двери. И он сделал саботаж связи. Я так понял. То он находится там, где да, это саботаж связи. Амогус. Как же легко их надурить. Ну вот этих, они какие-то слишком умные. Это типа админочка. Вообще, Эльфшип очень большая карта. Давай я ему сейчас помогу. Я сейчас дверки все закрываю. И электрощит. То есть мы сейчас отключили электрощит. Им надо его сейчас починить. Опа, они уже его починили. Это нехорошо. И белый тем временем закукарачил розовый. Мой второй. Дурак.
Так, давайте-ка еще раз свет вырубим. Тут как бы облегчить моему предателю, чтобы никто не видел, как их убивают. Нет, не убивай, пожалуйста, розу не убирай. О, кстати, тем временем есть камера. Сейчас найдем грузовой отсек. Грузовой отсек находится у нас вот тут вот. И вот эта камера. И тем временем свет вырублен. Ничего сделать не могут с этим. Ладно, в общем, друзья, давайте на этом закончим. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И все. Всем пока.